Парень-каратист 1984 года, режиссера Джона Г. Эвельсона. И это далекое воспоминание нашего прекрасного детства. Я смотрел этот фильм далеко-далеко, когда был еще маленький, и вот уже в сознательном возрасте, конечно же, с удовольствием пересматриваю. И все больше и больше удивляюсь, какой же действительно классный здесь сюжет, какая прекрасная игра актеров, уже, конечно же, все взрослые, как будто уже с нами нету. Ральф Мачио, Пэтч, Марита, Элизабет Шута, скромные, сексапильные. Она всегда радовала нас своими работами. Но, тем не менее, конечно же, тут главный Ральф Мачио, прекрасный пацаненок. Хорошо сыграл. Пэт Марита, классный дядька, его уже с нами нету. Сколько у него тоже классных работ. Спасибо Джону Г. Эвельсону за наше счастливое карате детство. Бюджет 8 миллионов бакинских, сбор США на 90, зрителей 27 миллионов в Америке. Вот это да, премьера в мире 22 июня 1984 года. 2 часа удовольствия, поверьте. Есть, кстати, продолжение. Я, по-моему, даже и не смотрел какие-то из этих фильмов, но обязательно мы их. Ревью наград. И номинация только на «Оскар» 85 года за лучшую мужскую роль второго плана. Эх, почти не дотянули. В одной из школ Лос-Анджелеса появляется новичок. Тинейджер по имени Дэниел. Он прибыл с восточного побережья вместе со своей матерью. Нелегко завести друзей на новом месте, правда же? Где ты не знаешь никого, а тем более в школе. Где управляет жестокая банда каратистов. Несмотря на свой юный возраст, члены банды очень опасны и агрессивны. Они называют себя кобрами и жестоко жалят каждого, кто им не угоден. В списке неугодных попадает и Дэниел, наш герой. После того, как он знакомится и заводит дружеские отношения, пока дружеские, с бывшей подружкой главаря кобр, кобры избивают новичка. Да постоянно причем бьют. Дэниел жаждет отмщения и в то же время хочет произвести впечатление на свою новую девушку. Уже девушку, подружку. Он обращается к мастеру восточных единоборств. Ну, как бы сказать, не обращается. Скорее, тот его находит. Мияги зовут этого доброго дядечку. С просьбой помочь его в карате. Научить его за себя постоять и за других. Фильм получает от нас высокий балл 7. 7 баллов. Прекрасный фильм. Воспоминания нашего прекрасного, счастливого детства. Я надеюсь, у вас то же самое. Такие же чувства. Парень-каратист. Забытый фильм. Но какой шикарный. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Играйте в Яндекс.Зен. Помощь автору. Донат Алик будет. Как раз, кстати, занимайтесь каратэ. Почему бы и нет? Это хорошее дело. И... Welcome back.